Давай снимать кино. Нужны артисты. Нам нужен профессионал. Где мы профессионал-то возьмем? Пассажиры жалуются. Вы слишком громко поете песни. Это же Сергей Дюжев. Дмитрий. А не хотите у нас в кино сняться? Сутуете! Ох, посадят нас. Да не сытый, носатый. Что это такие? Мы хотим снять кино, чтобы заработать деньги на ремонт кинотеатра. Иди в полицию звони, меня украли! Вроде интеллигентный человек, так и не скажешь, да? Начали. Дмитрий Дюжев в провинции спасает кинотеатр. Хорош! Мало крови, бюджет не резиновый. Я дал ему снотворное. Завтра массовка 20 человек. Как мы его людям покажем? Это точно Безруков. Какой Безруков? Это кто-то из наших. Это не в полиции. У тебя дома Дюжев. Меня украли. У меня телефон выключен. Вот. Что мне здесь за экшен устроили? Тарантино хреновый! А кто это там? Трюковая сцена. Натурально такая.